Ну, вчера по Москве снова пронесли олимпийский факел. На этот раз спортсмены-паралимпийцы. Маршрут эстафеты длиной в 21 километр затронул знаковые исторические достопримечательности столицы России. 120 факелоносцев пронесли паралимпийский огонь по Москве. Эстафета завершилась торжественной церемонией зажжения чаши паралимпийского огня в Лужниках. Чтобы факелоносцы не оступились в такой важный день, им помогал поддерживающий партнер эстафеты в Москве Уральский завод противогололедных материалов. Главный поставщик безопасных реагентов для столичных улиц. 5 марта в Сочи на Центральной площади состоится церемония объединения огня, побывавшего в регионах России. Сами игры пройдут с 7 по 16 марта. Вчера по Москве снова принесли олимпийский факел, на этот раз спортсмены-паралимпийцы. Маршрут эстафеты длиной в 21 километр затронул знаковые исторические достопримечательности столицы России. 120 факелоносцев принесли паралимпийский огонь по Москве. Эстафета завершилась торжественной церемонией зажжения чаши огня в Лужниках. Ну, чтобы факелоносцы не оступились в такой важный день, им помогал поддерживающий партнер эстафеты в Москве. Это Уральский завод противогололедных материалов. Главный поставщик безопасных реагентов для столичных улиц. 5 марта в Сочи на Центральной площади состоится церемония объединения огня, побывавшего в регионах России. Ну а сами игры пройдут с 7 по 16 марта.